Татьяны Николаевны, мы сегодня споем оду виолончели. Состав участников сегодняшнего концерта без преувеличения уникален, и на эту сцену выйдут абсолютные звезды виолончельного искусства, которые достигли своих высот только и именно благодаря Наталье Николаевне. И сегодня вашему вниманию будет представлена интересная программа. Еще хочу сказать, что Наталья Николаевна преподает в Московской консерватории 52 года, и за этот период ее класс закончили более 200 виолончелистов. Среди учеников Наталья Николаевна – всемирно известные солисты, блестящие ансамблисты, артисты, концертмейстеры, ведущие оркестров мира и, конечно, педагоги. И лучшие из них сегодня выступят перед вами. Петр Чайковский, секстет, воспоминания о Флоренции, вторая часть. Наш концерт открывает музыка Петра Чайковского. Видите, это в другую сторону. Просим. Прозвучит вторая часть из секстета «Воспоминания о Флоренции» в исполнении артистов государственного ансамбля «Солисты Москвы», художественный руководитель Юрий Машин. Артема Дерула, скрипка. Нина Мачарадзе, альт. Андрей Усов, альт. А также учеников Натальи Николаевны Шкафской, заслуженного артиста России Алексея Найденова и лауреата международного конкурса Алексея Толстого. Thank you.
Thank you.
любимого профессора Шевелеева прилетела знаменитая виолончелистка из Франции, выпускница Парижской и Московской консерватории, лауреат третьего международного конкурса виолончелистов Всеслава Ростроповича Соня Витер Атерпан. Вы услышите музыку французского композитора Анри Дюдье. Три строфы на имя Паула Зафера для виолончели соло. Un poco fine deciso, andante sostenuto, vivace. Thank you.
Thank you.
Ростовская известна публике не только как солистка и педагог, но также как прекрасная исполнительница камерной музыки, в том числе в составе фортепианного трио. И сегодня на нашей сцене выступит московский камерный ансамбль «Брамс Трио». Победитель 11-го международного конкурса имени Петра Чайковского Николай Саченко, скрипка. Лауреат международных конкурсов заслуженная артистка России Наталья Рубинштейн, фортепиано. И ученик Наталья Николаевна Шаховской, победитель 8-го международного конкурса имени Чайковского, заслуженный артист России Кирилл Родин. Thank you.
1962 году, когда Наталья стала первой гончаристкой, победившей на конкурсе имени Петра Ильича Чайковского. С тех пор Наталья Николаевна многократно входила в состав жюри и позже возглавляла его. Несомненно, главными достижениями являются и награды учеников. 15 учеников Натальи Николаевны Жиховской завоевали медали на главном конкурсе страны, из них 3 золотые. Я считаю, это достойно ваших аплодисментов. У нас было достаточно мало шансов увидеть его сегодня в наших стройных рядах. Однако после момента все решилось в нашу пользу. Анданте и сонаты и Сергея Рахманинова для виолончели фортепиано Ре-минор прозвучит в исполнении победителя 13-го международного конкурса имени Чайковского Сергея Антонова. За роялем лауреат международных конкурсов Илья Казанцев.
которую продолжает яркое трио, родившееся совсем недавно. Лауреат международных конкурсов Ксения Башмет, фортепиано. И выпускники класса Наталья Иванович-Ровской, лауреаты международных конкурсов Чайковского, Борис Андрианов и Евгений Румянцев. Дмитрий Шестакович, прелюдия, вальс, полька для двух виолончелей и фортепиано.
главных профессиональных советов, которые Наталья Николаевна всегда дает своим ученикам, звучит так. Если ты выходишь на конкурс, то ты должен быть всегда на голову выше других. Музыканты, сумевшие это осознать, сегодня выступают перед вами. И мы продолжаем наш парад лауреатов. Богуслав Мартин. Вариации на тему Россини для виолончели и фортепиано. Исполняют лауреат международных конкурсов, профессор Московской государственной консерватории Александр Вершинин фортепиано и победитель 11-го международного конкурса имени Чайковского Денис Шаповалов виолончель. Thank you.
Сейчас на эту сцену выйдет уникальный ансамбль, созданный специально для сегодняшнего юбилейного концерта, состоящий из концертмейстеров виолончели 8 ведущих московских оркестров. Встречайте, лауреаты международных конкурсов, заслуженный артист России, концертмейстер государственного камерного ансамбля солиста Москвы Алексей Найденов. Заслуженный артист, концертмейстер академического симфонического оркестра Московской филармонии Игорь Зимин. Заслуженный артист России, солистка Большого театра России Яна Иванилова, сопрано. Лауреат 6-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского, народный артист России Сергей Цуцеловский. Российская Рыбьяна, номер 5, Айя.
Thank you.
Первое отделение завершает еще одна пьеса в исполнении юбилейного ансамбля. Пастор Пьяццолла, фуга мистерио для восьми виолончелей, транскрипция Ильи Кононова. Исполняют Пауль Сусь, Федор Землерук, Дмитрий Чеклаков, Николай Соломович, Александр Забабуркин, Игорь Зимин. И к ним присоединяются лауреаты международных конкурсов концертмейстер Государственного академического камерного оркестра России Илья Башенцев и второй концертмейстер Московского симфонического оркестра Русской филармонии Петр Гладыш.
дальше вас ждет еще нечто, еще, может быть, даже более прекрасное.